Что такое клеточный сок пихты? Второй ингредиент, который входит в состав CBXP-комплекса. Это в буквальном смысле так? Клеточный сок пихты. Мы берем хвою, измельчаем ее, подвергаем воздействию низких температур и давления, и за счет сочетания этих физических факторов извлекаем из хвои, разрывая ее клеточную структуру, все вещества, которые в ней находятся. В нем растворены микроэлементы, железо, цинк, марганец, кобальт, многие другие. В нем есть аскорбиновая кислота, в нем есть фитонциды, в нем есть флавоноиды, в нем есть, что особенно ценно, мальтол, который является мощнейшим природным антиоксидантом и консервантом. В чем уникальность клеточного сока? В том, что в нем присутствует комплекс мальтола и железа. То есть железо связано с мальтолом и усваивается организмом при применении внутрь без каких-либо проблем. Доставка железа и формирование гемоглобина, формирование железа крови за счет железомальтонного комплекса, конечно, абсолютно оптимально и адекватно. И если природа положила определенное количество мальтола в хвою, то она сделала это не просто так. Она это сделала для того, чтобы сохранить клетку, сохранить орган, хвою и сохранить организм, то есть дерево. И это не синтетический мальтол, это не концентрированный мальтол. Это тот мальтол, который находится в живом организме, в том состоянии и в той концентрации, которая ему необходима для жизнедеятельности. Повторюсь, мы ничего не изменяем, извлекая сок из хвои пихты. Мы не увеличиваем концентрацию, не разбавляем. Мы не меняем соотношение ингредиентов. Там все в том виде, в котором это создал Господь Бог и природа.